Начало июня, температура воды в море плюс 20, температура воздуха плюс 23, плюс 25. На одной из набережных Сочи проходит ремонт. Вот такой красивой картинкой закрыли от нас, видимо, ход строительства. Но уже вот это вот коричневенькое здание открыли. Вот еще вот одно новое здание. И там уже полно людей сегодня. Они сидят на берегу моря, любуются им и наблюдают за набережной, за купающимися. Такой у них великолепный пейзаж открывается из окон того заведения, где они сидят. В общем, ширина набережной здесь очень большая, где-то около 70-100 метров. Поставили тенты, лежаки. В общем, вот так вот выглядит один из пляжей города Сочи в одном из микрорайонов. Я думаю, что ремонт набережной, практически полная реконструкция, на днях закончится. Будем любоваться.